В юбилейном 10-м по счету открытом чемпионате Брестской области по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко приняли участие более 130 атлетов из Бреста и региона. На территории спорткомплекса «Брестский» участники соревновались в беге, спортивной ходьбе, толкании ядра и прыжках в длину и в высоту с шестом. Вышла на свою коронную дисциплину бег на 100 метров и белая молния Юлия Нестеренко. Олимпийская чемпионка уверена, легкоатлеты Брещины – одни из самых сильных в стране. Сегодня лицензию на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро получили 9 легкоатлетов Брестской области. Если говорить про легкую атлетику, наша молодежь всегда занимает на республиканских соревнованиях и юноши, и юниоры. Всегда командное первое место, поэтому именно Брестская область, легкоатлеты, хорошо выступают. То есть считаете, что достойная замена? Да. Пример тому – победительница спартакиады Республики Беларусь по прыжкам в длину 16-летняя Ольга Антикян. Молодая спортсменка давно для себя решила, что легкая атлетика – это ее путь. В этот спорт я пришла в лет 13. Я пришла с акробатики, и, ну, я всегда хотела заниматься легкой атлетикой. Вот, и тренер знакомого папы, и он позвал меня. Вот, и я пришла. Жалеете? Нет, ни капли не жалею. Открытый чемпионат Брестской области по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко проводится уже 10 лет. За это время он успел приобрести популярность среди спортсменов Бреста и области. Организаторы планируют, что в следующем году этот турнир повысит свой статус. Мы ожидаем создания ЦОРа по легкой атлетике, Центра олимпийского резерва по легкой атлетике. То есть легкая атлетика выделится в отдельную, скажем так, отрасли уже. Это в Бресте будет? Это в Бресте, Центр олимпийского резерва по легкой атлетике. Что он собой будет представлять, на каком виде, еще мы-то скажем, ну как хотим, как будет, или это будет на базе стадиона Брестский, или это где-то еще как-то, но он будет. И тогда это соревнования будут уже непосредственно визитной карточкой этого ЦОРа. По итогам турнира из числа победителей будет сформирована команда Брестской области для участия в чемпионате Беларуси по легкой атлетике.